другой команды, только Сибири. Нужно, стиснув зубы, из последних сил пытаться что-то организовать впереди. Этого не получается. Анжи хоть и убивает эти оставшиеся секунды, но стремится забить последний и решающий гол. Может быть, сейчас Цараев точит. Да, наконец. Наконец Анжи своего добивается. Добивается уже в компенсированное время. Давид Цураев ставит действительно окончательную жирную точку в этом матче. Арсен Акаев поздравляет своих подопечных. Действительно, есть чему порадоваться. Анжи выигрывает впервые на выезде в этом сезоне. И, собственно, это второй лишь матч в гостях. По уральско-сибирскому маршруту пока перемещался коллектив Арсена Акаева. Было три домашних игры. И до этого выезда в Новосибирск поражение